Добрый день, дамы и господа. Сегодня будем проводить сравнение двух упаковок сарделек, одна из которых не содержит химические добавки. Значит, вот рано родси, докторские сардельки не содержат себе. Здесь на эстонском языке, это эстонское производство, здесь написано «евава», то есть свободный от е-добавок. И вторая упаковка сарделек, сармовские сардельки, значит, содержит в себе химические элементы. Значит, проверим более точно, какое содержимое и чего имеется в каждой из упаковок. Начнем с сарделек, которые докторские, от Рана Ротси. Значит, свинина 62%, вода, свиное сало, соль, картофельный крахмал, растительный белок. Я так понимаю, под растительным белком здесь имеется в виду соевый. Какой-то вишневый там порошок, приправы и прочая мелочь. Но самое главное, здесь 62% свинины. Значит, сармовские сардельки имеют у нас 69%, больше свинины. И, в принципе, содержимое то же самое. Тоже вода, тоже там крахмал, соль, соевый белок. Здесь написано на эстонском языке, но я вам как бы перевожу. То есть соевый белок, я так понимаю, где-то около 30% в каждой из этих упаковок. А остальные по 60%. Это под 70, да, это свинина. Довольно-таки неплохо. Но, значит, на сармовских у нас почему-то добавили химические добавки. Давайте посмотрим, что же это за химические добавки. Стабилизатор Е450. Это страшная штука. Увеличивает в крови количество холестерина и способна вызывать канцерогенное воздействие на организм. Жуть. Так, Е621. Это усилитель вкуса. Тоже страшная штука. Подросткам, беременным женщинам вообще строго запрещено его есть, потому что он может вызвать спровоцировать необратимые изменения, да, потому что оказывает излишнее возбуждение на мозговые клетки, да, вкусовые, вот эти вот такое вкусовое возбуждение. Потом дальше Е250, это консервант, в том числе считается общеядовитым средством, также содержит в себе там токсины и может вызывать канцерогенные заболевания, то есть рак вызывает, да, Е250. Ну, конечно, если маленькая доза, там ничего не будет, но если каждый день есть. Вот, и последняя добавка Е300, но это антиоксидант, витамин С, в принципе, не так страшен. Значит, подведем итог. У нас две упаковки, значит, вы спросите, какая цена, какая дороже? Наверное, упаковка, где нету химических добавок, должна дороже стоить. Вот у меня для вас есть специальный чек. Сегодня куплено. Значит, докторские сардельки без Е, вот Е-ВАБА, это значит без Е добавок, стоит 2 евро 9 центов. А сардельки Саарма 330 грамм, 2 евро 29 центов. Значит, даже дороже. То есть, получается, упаковка с химическими добавками дороже стоит, чем сардельки без химических добавок. В общем, какую покупать и что кушать, вы можете думать сами. Конечно, может быть, это будет на вкус немного привкуснее. Почему немного? Потому что я уже пробовал и это. Я вам скажу, не сильно заметно. То есть, мне, честно говоря, даже все равно. Тем более, когда я осознаю, что это безвредно, то это намного вкуснее, даже сама по себе. Вот. Ну что, всем спасибо за просмотр. До следующего сравнения. Всего хорошего, до свидания.